10 минут назад взагалі нічого не було. Весь Московский проспект, город Харьков, просто занят. Полностью. Вся заправка забита. Просто весь Московский проспект, это сторона на выезд из города, забита напрочь. Едут скорые, очень много машин. В районе Киевского Роста, в городе Харьков также большие заторы, много машин на заправку, скорая. Пока в Харькове так.